Не проходите мимо этого рецепта, даже если вы уже знаете 100 разных способов приготовления картофеля. Картофель по-королевски – это безумно вкусное ароматное блюдо из самых простых ингредиентов. Приступаем. Для начала разрежьте куриную грудку вдоль и отбейте каждый кусочек с двух сторон, как для отбивных. Перед тем, как отбивать мясо, накройте его пищевой пленкой. Отбитое мясо посолите и поперчите с двух сторон. Чтобы мясо получилось мягким и сочным, смажьте каждый кусочек горчицей. Положите все кусочки мяса один на другой и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось вкусом и ароматом горчицы. Очистите 1 кг картошки и нарежьте кольцами. Положите часть картошки в форму диаметром 22 см, смазанную растительным маслом, и посыпьте солью. Сверху положите оставшуюся картошку и снова посолите. На картошке разложите кусочки куриного филе. Сверху положите лук, нарезанный полукольцами. Сейчас натрите сыр на мелкой терке и положите толстым слоем на лук. Сыр должен полностью покрывать все ингредиенты. Именно сыр придает блюду удивительный вкус и аромат. Последний слой состоит из майонеза. Для приготовления рекомендуется использовать майонез жирностью 20-30%. Выпекайте картошку с мясом в разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 60 минут до образования красивой румяной корочки. Нежная картошка и сочное мясо в сочетании с ароматной корочкой и сыра – угощение, которое всегда ко двору. Приятного аппетита!